Привет, друзья мои! С вами Дивер, и как я обещал, сегодняшнее видео будет про плетенку, про бюджетную плетенку. И в этом видео я сравню, значит, бюджетную плетенку и дорогую плетенку на истираемость, то есть на ворсистость. Я буду ее тереть, она будет ворситься. И вот какая больше ворсится, какая меньше ворсится, мы сегодня это увидим. Кто-то скажет: Илья, ты неправильно тестируешь, так не делаю, так то, так все. Ребята, тестируйте сами, покажите свое видео, я с удовольствием сам его посмотрю. Я буду тестировать, как я знаю, как я могу. На самом деле у плетенки есть три качества. То есть, ну точнее, не то, что три качества, а именно важные три качества. Может быть, четыре. Начнем с первого. Первое – это когда плетенка долго вам служит. То есть многие говорят, что на следующий год или через год у меня плетенка стала как нитка рваться. У меня такого, ребята, ни разу не было. Я пользовался Power Pro. И плетенкой Spider. Ну, читают ее все по-разному. Я называю ее Spider. Этими плетенками я пользовался, и за них я вообще могу ручаться. Но единственное, Power Pro очень часто подделывают. Вот. Так у меня эта плетенка вот по 5 лет стоит, и ни разу не было такого, что на следующий год у меня нитка открывалась. Дальше. Второй фактор. Это как плетенка себя ведет вот в жестких таких условиях. То есть, если ракушечник, если камушки, если на дне лежат холодильнички или всякие какие-то непонятные железячки, которые непонятно кто-то зачем туда кинул, наверное, создают такой эффект ландшафта, чтобы рыбка там пряталась и ловить-то было интереснее. Так вот, чтобы, значит, плетенка вот эта не терлась, или наоборот, когда она трется. Вот это вот факт. Очень важен. Или когда мы ловим на реках, многие так говорят, на реках, на астраханских, на каких-то других, где вода вперемешку с песком. И говорят, что там хреновая плетенка, типа показывает себя очень сразу, быстро. Все начинает ворситься. Друзья мои, короче, Power Pro на самом деле не такая уж и дорогая плетенка. То есть есть дороже намного. То есть это считается такой, ну не то что бюджетный, но средний такой, среднячок. Так вот, Power Pro я ловлю там, наверное, да практически с самого начала, как только вообще троллинг появился, вот как только вообще там, не знаю, Power Pro древняя вообще плетенка. С 90-х годов, скажем так. Так вот, Спайдером потом начал ловить. У меня плетенка, ну, ворсится, да. Но именно ворсится там, где она трется об ровки, об ракушечник. Ну, чтобы вот, грубо, вообще она где-то там терлась, где вот я бросаю, вот этот момент, там, грубо, там 50-30 метров по кольцам идет. У меня такого нет. Я не знаю, или у вас с кольцами тоже проблемы, или у вас действительно очень дешевая плетенка. Очень дешевая. Или просто некачественная, поддельная. Я не знаю. Но честно вам говорю, я ловлю каждый год, два раза в год, три раза в год в Астраханской области. Видео я снимать стал, вот, к сожалению, недавно. Вот. Так бы я очень много чего интересного показал вам. Но не было у меня такого случая, чтобы плетенка терлась на протяжении, вот, там, джигом я бросаю. Ну, а джиг я в основном с поводком использую, поэтому у меня даже вообще не ворсится. То есть нет, вот на джиговой катушке у меня, ну, где я ловлю джигом, она не ворсится практически. Ну, то есть, там, может быть, чуть-чуть там где-нибудь. Так вот, это второй фактор. Как канатик этот начинает потихоньку рваться, и вот ниточки ворсятся, 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 и плетенка в этом месте начинает рваться. Потом она лопается здесь. Третий фактор – это когда плетенка идеальнейшая, практически новая. Вот вы кинули там, грубо, размотали дорожку, у вас сом смотал на 100 метров, и потом бац, щелчок. Вы досадно вытаскиваете плетенку. А плетенку-то вытаскиваете вы не 100 метров, а какие-нибудь 30 метров. А где же 70 метров-то? Так вот, плетенка оборвалась посередине, непонятно где. Это или заводской брак, или... Да я назвал бы заводской брак, наверное. Или, опять же, подделка некачественная, еще что-то. Скорее всего, заводской брак. Плетенка, когда некачественная, она где-то имеет вот эту вот
промежутка, именно вот эту точку, где она плохо сплетена, или по какой-то причине там надрезик есть, или что-то, я не знаю, по какой причине она там рвется, и именно рвется где-то непонятной в точке X. В любой точке может порваться. У меня такое было, да, не как с Варсением. Варсение у меня вот ворсистой сплетенке у меня вообще встречалось очень крайне редко. То есть, ну, когда по бровкам, понятно, там, по холодильничкам там будет подводно, все понятно. А вот именно с песчаной водой такого не было. А вот именно когда обрывалось где-то посередине, было у меня. Было на зацепе, на трофее, к счастью, не было. А вот на зацепе было, да, то есть именно рвалось не на узле, но я потому что узел использую такой, который не рвется на узле практически. Вот, а прорвется где-то на середине там, ну непонятно, там в 10 метрах от узла может оторваться, может в 5 там, где-то вот так, может там где-то еще. Вот такое было, да, ну оно где-то должно было порваться на самом деле. Вот, это вот какие-то три, скажем, фактора. Не, ну еще есть другой фактор, это когда плетенка плоская или круглая. Но здесь уже все просто. Или у плетенки 8 жил, или 4 жилы, или вообще 3 жилы. А если вообще 3 жилы, то она вообще плоская. Идеально круглая плетенка на сегодняшний момент это 8 жил, по-моему. По-моему, больше еще нет. Вот. Сегодня я вам буду показывать, сейчас я посмотрю, 4-х. Да. Вся плетенка будет 4-жильная. По-моему, вся. Вся плетенка будет 4-жильная. И сегодняшние наши гости это Power Pro. В двух вариантах. Многие говорят, это подделка. Другие говорят, нет, вот подделка. А какая же из них подделка? Друзья мои, Power Pro... Оригинально, значит, упаковал и так, и так. Чаще всего можно встретить подделку вот в такой упаковке. Потому что проще. Здесь усложненный корпус идет, вот этот вот специальный для намотки. То есть подделывать такое, ну, западло, скажем. А такое просто на бобине, там внутри бобинка, такое вот легче всего подделать. Но такое раньше тоже оригинальное было. Так вот, друзья мои, два вида Power Pro, причем одна моя любимая 275 метров размотка, ну и другая моя нелюбимая 135 метров размотка, которой мне хронически никогда не хватает. 135 для меня это ни о чем. Ну, разве что при ловле, наверное, джигом. И то я не всегда доволен. Нужно что-то вниз подматывать. Я всегда люблю как бы вот большую размотку, не надо бекинг какой подматывать, тут 135 метров надо что-то там рассчитать, две шпули иметь или как-то вообще заморачиваться, бекинг подматывать или там что-то вообще, голова пухнет. Здесь я беру 275 метров и намотал. И у меня, конечно, здесь остается излишки, которые я практически, наверное, выбрасываю или использую на поводки при ловле сазана или карпа. Это другая тема. Вторая плетенка это как раз спайдер. Но он у меня, к сожалению, 0.25. 0.23 у меня нет. Точнее, они есть, но они на даче у меня. И плетенка Атаква. Это плетенка вот такая анаконда. Она, значит, на выставке ее показывал. Она, значит, двухцветная или трехцветная, по-моему, двухцветная. Якобы она там как-то интересно так это все в воде играет, что ее что-то почему-то там как-то незаметно, не знаю. Вот. Это плетенка 0.20. У них нету таких 0.23. Вот. У них, по-моему, есть 0.25. Ну, короче, вот 0.20. Я взял 14 килограмм. Вполне меня это устраивает, потому что, в принципе, 0.23 Power Pro, она идет на 15 килограмм. И вот такая. Тоже 0.20 Aqua. Но она уже... Это все 4-жильные. Но она уже идет там почему-то на 15,7 килограмм. Не знаю. То есть вот тоже странно. 14 там, килограмм этот анаконда, а это 15,7. Вот. И эти сейчас плетенки я буду тереть. И не знаю, что из этого получится. Сейчас посмотрим. А может знаю, я вам все равно не скажу. Так. Камеру ставим так.
И вот я поставил камеру, вот такими инструментами я ее буду сегодня тереть. Значит, нагнилостойкость, я ее сейчас проверить не могу. Нагнилостойкость я ее проверю только после сезона. На разрыв, скажем, в непонятном месте, в месте X, я тоже ее вам проверять не буду. То есть это только я вам могу сказать, когда у меня трофеи начнут убегать, когда у меня рваться начнет непонятно где. Это тоже после тестирования на воде. Давайте начнем с Power Pro. Вот с такой сначала. Желтого цвета. На ощупь она такая жесткая, она покрыта на самом деле какой-то вот воском, я не знаю чем, она покрыта. После где-то нескольких там забросов, пятых, десятых, там, она становится мягкая. Зачем ее покрывают, я понять не могу. Она все равно потом становится мягкой. Наверное, я так понимаю, в принципе, мое такое понимание, это для того, чтобы она именно на шпуле, та плетенка, которая не используется, она покрыта, и она, наверное, там не преет. То есть рабочий наш момент, он, да, он там, значит, покрытие, оно, значит, вот это слазит, оно становится мягкое, там все, значит, мы сначала должны потерпеть эту жесткость, потом оно становится нормально мягкое, и все. Это рабочий момент. Потом мы, наверное, по идее, должны вот этот рабочий момент перемотать туда на старый, через пару лет или там через 3 года, и той, которая внутри, скажем, вот в этой, в какой-то, в такой, в смазочке, не знаю, как назвать, в воске, оно будет уже с этой стороны. То есть оно там, когда лежит в воске, под этим, под нитями, в нижнем слою, и не преет. Ну, это мое такое видение, я не знаю. Поправьте меня, если я не прав. Итак, друзья мои, давайте попробуем. У меня второй руки нет. Точнее, сейчас, секунду. И снова ко мне приходит вот такой помощник, на строительном рынке купленный. Я его буду зажимать, ну вот скажем, на край стола, только с этой стороны. На плетенке я буду делать петельку и накидывать ее на эту штуку. Натяну и буду, значит, вот так пилить на ваших глазах. Сейчас я попробую вот так вот. Так, делаю петельку. Тереть я ее буду, вот петелька, которую просто я наброшу, чтобы у меня место помощника. Помощника у меня нет. И для начала берем брусочек и начинаем тереть. Мне бы, конечно, лучше посчитать бы, сколько я сделаю. Давайте заново. Давайте все же будем по-честному играть. Одели петельку и считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Она уже ворсится, но мало. Дальше. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. В принципе, наверное, достаточно. 40 раз. Я не знаю, как вам это все показать. Я ее просто вот сюда в стороночку откладываю. Вот она, даже не снимаю ее. Теперь берем вот такую Power Pro.
Она и на цвет желтее. Так, как ее тут достать-то отсюда? Проблемка. О. Она и на цвет какая-то прям другая. Желтая какая-то совсем. Вот такую конструкцию вот эту вот имеет коробочку. Плетенку эту я покупал давно, друзья мои. У меня на самом деле их лежит штук 8. То есть еще пользоваться, на самом деле перепользоваться. Я из-за вас вот пошел на такую авантюру и стал брать бюджетную плетенку. Так, итого я сделал 40 раз. Вот у меня след здесь на этой, чтобы одним и тем же местом, допустим, тереть, как говорится. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Бог мой, друзья мои. Она в этом месте стала вообще плоской. А что за хрень-то? Вот эту плетенку я тер-тер. Она круглая осталась, Power Pro. Но ворсится. Друзья мои, эта плетенка стала плоской. Ну, ворсится, но меньше. Не, ну ворсится. Но стала плоской. Просто плоской. Я не могу ее провернуть в руке. То есть я ее зажал вот между пальцами, она не крутится. Я в ахрене вообще. Погнали дальше. Берем спайдер. Кто-то скажет: Илья, ты неправильно тестишь, ты неправильно проверяешь. Друзья мои, проверяйте по-другому, я с удовольствием буду смотреть. Многие вообще непонятно, как проверяют, я же молчу. Это мой тест. Это мое кино. Так, берем спайдер. Вот то место, которым я тер. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать проехали, и я уже вижу, что он, по-моему, даже... Что он хуже. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок раз. Ну, плетенка вроде бы осталась более-менее круглой, но это четыре жила, надо понимать. Но в то же время вот она... Как она поворсилась. Сейчас я их даже не снимаю. Вот я их в сторону просто откладываю. Они вот лежат здесь все. Вот они. Сейчас мы будем все смотреть. Даже не отрезаю, чтобы все понятно было. Теперь берем аква. Вот такую. Самому уж интересно. Страшная жуть. На самом деле я очень удивлен, что вот эта плетенка, которая Power Pro, желтая вот в этой в коробочке, она реально стала плоской. Это меня вообще распечалило. 275 метров. Можно сказать, друзья мои, я такой плетенкой пользовался, даже не знаю. Ну, может быть, даже не знаю, кого я ловить-то буду. Так, опять вот это место. Вот оно. Здесь вот, ну, шнуры оставляют свой след. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вроде бы не сбился. Я вам все ближе покажу. Ребята, нажим идет одинаковый. Но плетенка меня поражает. Она вот, вот прямо вот на этот момент, я бы, наверное, назвал ее пока... Там потом ближе, конечно, на камере попытаюсь ее увеличить. Но она не хуже первой. Не хуже вот этой. Так, вот они уже здесь, значит, у меня 4 нити. 4 нити. И берем последнюю, друзья мои, плетенку. Это вот такую аква. Это не... Как она называется? Не анаконда, а простая. Шнуры 0,20 у аква. Такого зеленого симпатичного цвета она. Олива. Одеваем. Вот это то место опять. Чтобы не думали, что здесь какие-то у меня там зазубринки, чтобы это все в одном месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. После такого теста эта плетенка стала вроде бы немножко по... Ну, по... Да... Более плоской. Не такой, как вот это, значит, в желтой коробочке. Но она стала более плоской. 40 раз я их поюзал. Теперь я вам предлагаю все это дело посмотреть поближе. Вот так они оставили свои, значит, эти следы все. Сейчас зеленая, потому что последняя. Желтая она была первая, там надо было тоже показать, но... Так, теперь как бы мне это дело все вам грамотно так поближе показать, сфокусировать камеру. Как вы знаете, камеры фокусируются на крупные предметы. Поэтому мне сейчас будет маленько тяжеловато все это дело замутить. Вязался я в аферу такую. Обещал, надо делать. Сейчас складываю просто все вместе, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Ну, как-то так. Попробую я камеру взять в руку и фокусировать ее вот так как-нибудь. Так, это спайдер. Ну и вот здесь он новый.
Это спайдер. Теперь берем желтую плетенку. Вот такую. Power Pro. Ну и вот здесь она уже новая. В смазочке, такой, как в оплеточке. Здесь я тер 40 раз. Теперь берем плетенку, тоже Power Pro, вот в такой бобинке 275 метров. Она практически, да? Она мало сварсилась. Но единственная проблема... Она стала плоской, и видите, я ее практически повернуть не могу. Она раз, на два бока поворачивается. Ну и вот здесь она новая. И вот она новая. Она стала практически плоской. Я повернуть ее не могу. А это Power Pro в мягкой упаковке. Вот я ее кручу. Она, ну, менее плоская, скажем так. Но и более ворсится. Так, еще раз к спайдеру вернемся, показать вам на округлость. Вот он спайдер. Спайдер практически вообще крутится, вообще просто идеально. Он более округленный. Ну, ворсится, наверное, так же, как... Ворсится, наверное, так же, как и желтая плетенка Power Pro в мягкой упаковке. Теперь, друзья мои, анаконда. По плоскости анаконда такая же, наверное, как Power Pro в мягкой упаковке. То есть она и не круглая, и не плоская. Она такая, ну, после того, как я именно брусочком ее потер. Поначалу-то они на ощупь все круглые. А вот потерев их брусочком, они... Потому что видно, в одной плоскости брусок трет. И они становятся... Камера, зараза. Так, ну и теперь Аква, которая вот просто Аква, Ультра Тролл. Вот такая, цвет олива. И тоже видно, да, она ворсится. Но она, кстати, более плоская. Это видно ворсинки, но... Их мало.
Ну и вот тут плетенка новая. Она круглая, вот крутится хорошо. В отличие от того момента, она здесь тоже крутится, но я чувствую по рукам, что она более плоская. Анаконда, где я потер ее, она более тоже плоская стала, и вот где она новая. Идеально крутится, идеально кажется круглой. Ну не идеально, конечно, но спайдер более-менее круглый, но ворсится нормально. Причем круглую даже вот в том месте, где я ее бруском тер. Спайдер также покрыт какой-то. Причем даже здесь, где новый, он не хочет крутиться. Не крутится вообще. А тут, где я его потер, где я смазку его вот это покрытие скрыл, он крутится идеально. Как будто еще наоборот круглее стал. Спайдер вообще класс, конечно. В мягкой упаковке. Видно ворсинки. Плохо прокручивается. Там, где она новая, ну, она тоже плохо прокручивается из-за того, что тут покрытие какое-то непонятное. Оно крутится, конечно. Но плохо. А здесь оно стало немножко плосковатым. Крутится, но плохо. Ну и упаковка вот такая, в такой коробочке. У него покрытие лучше. То есть вот это вот покрытие, которым оно покрыто, оно на ощупь практически осталось. Тоже ворсится, но эта плетенка реально стала тоже плоской. Наверное, ворсится она не очень. Я говорю, на ощупь она такое ощущение, что покрытие осталось. Но реально плоской стала. А вот где новое. Итак, друзья мои, ну вот как смог, так я вам показал. Ножом я скоблить, наверное, не буду. Потому что, ну, суть, в принципе, от этого бруска, он на самом деле как пила такой, очень острый. Я сначала ножи приготовил, думал, ножами буду скоблить. Один нож у меня очень острый. Он, скорее всего, сможет ее сразу перерезать. Нечестно. Второй нож более тупой. Картошку я им чищу. Тоже вроде как непонятно. Этот, на самом деле, вот его когда пилишь, он как пила. Он реально пилит. То есть, ну, брусок такой, причем новый брусок, хороший. Вот. И, в принципе, вот так тереть, наверное, более честно. Но я вам повторюсь, как бы я всегда ловил на Power Pro, на Spider. У меня опыта в других особых плетенок нет. Поэтому рекомендовать я могу Spider, наверное, и Power Pro. Но по сегодняшнему тесту, на самом деле себя Aqua очень неплохо зарекомендовала. Изначально она мягкая, не пропитана. Вот. Цвет она вроде бы особо не теряет. Ну вот оливка, значит, оливковая. Вот. Вроде немножко стало посветлее. Ну, так же, как и Power Pro. Вот. Так же, наверное, как и Spider. Тоже Spider темненький, такой черный, стал такой какой-то больше к зеленому даже. Вот. То есть какой-то серый стал. То есть здесь вот он, видите, черный и стал светлым. Это вот Spider. Это Aqua. Вот в этом месте она поменяла цвет. То есть вот видно, да? Вот здесь она прям зеленая. А там она уже стала светлее. Power Pro. Тоже немножко потеряла цвет. Ну, повторюсь, значит, цена Power Pro и Spider за 1000 с лишним рублей. Ближе к полторашке. Вот, то есть, ну скажем, от 1000, от 1100 и до 1700 рублей в зависимости от размотки. У Aqua, по-моему, от 400 рублей и до 600 рублей максимум. Ну, если я правильно как бы помню. Вот, поэтому тут выбор, наверное, за нами, за вами и за народом, скажем так. Spider ворсится неплохо, но в то же время имеет свою более округлую форму. Причем четырехжильный он. Аковские шнуры на самом деле меня очень сильно поразили. Они вроде бы и круглые, и не плоские для своих четырех жил.
Вот. Восьмижильные я потом возьму, если кому интересно, тоже покажу. Но это я вот сейчас вот именно тест для трейлингистов. Да почему для трейлингистов? И для кто джигом ловит, тоже, в принципе, многие ловят на четырехжильные шнуры. Отличие четырехжильного от восьмижильного – это в округлости, в меньшем каком-то шуме, потому что четырехжильный больше шумит по кольцам из-за того, что он менее круглый, и в дальности заброса из-за того, что четырехжильный, ну, не такой круглый. А по сути своей можно ловить и на четырехжильный, и на трехжильный, и на восьмижильный. Трехжильные шнуры, они самые плоские, более шумные, скажем так, по колечкам, где при одинаковом грубом диаметре. Хотя я не могу понять, как можно диаметр померить у плоского шнура. Так, раньше вообще на самом деле, когда только плетенки появлялись, не было такого понятия диаметр. Не было. Вот, потому что шнуры раньше были все плоские. Вот, и сказать, какого диаметра шнур, ну это неправильно было. Потому что как его замерить? Да? С одной стороны, он плоский, он одного диаметра, с другой стороны, если замерить он на ребро его, он другого диаметра. Вот, просто шнуры раньше мерились по разрывной нагрузке. И это, наверное, было правильно. Сейчас, я говорю, появились и четырехжильные, и восьмижильные, и четырехжильные. Скоро, наверное, появятся и двенадцатижильные. Power Pro, кстати, вот я сейчас сматываю, очень сильно так тоже потерлась. В принципе, как и Spider. На самом деле, Aqua меньше всего потерлась. Вот так. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если полезным, ребята, ставьте палец вверх. Потому что столько злодеев, которые всегда норовят поставить палец вниз. А люди, которые посмотрели с удовольствием, не всегда палец вверх ставят. Так что не стесняйтесь, ставьте палец вверх, если вам видео понравилось. И вообще, не обязательно это, какое-то либо другое, не обязательно у меня на канале. Понравилось вам видео, поставьте лайк. Потому что, я говорю, есть люди, которые специально ходят и ставят дизлайки. Только вот они специально их ставят, они не пропустят ни одно видео. А вы, порой, посмотрев видео, поблагодарить видеоблогеры, забыли. Все, друзья мои, всем пока, всех благ, всем рыбацкой и жизненной удачи. Пока.